поделюсь своими мыслями. Сейчас вот иду к Матронушке, приехал в Москву на такую встречу очень важную. А мысли такие, что я, знаете, как очень приятно удивлен тому, что из Ростова выезжал, в поезде ехал, а здесь в Москве иду, да, из метро вышел. И многие люди подходят под благословение. Говорит, батюшка, благословите. Знаете, это очень отрадно, потому что, во-первых, они благословение просят не у меня, а у Бога. Потому что Господь благословляет. Это такое, знаете, отрадное, чуть-чуть духовное возрождение наблюдать. Это очень приятно, что люди не стесняются своей веры, как это раньше было. Ведь Господь сказал, много званых, мало избранных. Пусть даже в таких мелочах, не на мелочах, если человек может подойти и взять благословение к священнику, значит, это уже очень отрадно. Храни Господь вас. Аминь.